Ну что, друзья, всем привет! Зовут меня Дмитрий Пужьянов, и мы запускаем новую практику. Да, если кто не в курсе, я 16 лет занимаюсь ремонтом, обслуживанием газовых котлов, также монтажом сантехники, написал книгу, сейчас даже покажу его, вот она. И, соответственно, мы уже два мероприятия проводили по ремонту, обслуживанию котлов, и также будем проводить еще одно 16-17 апреля. Практика мастер котлов. Сейчас расскажу поподробнее, что это за практика, что, почем и, собственно говоря, где. Итак. Практика по котлам, котельный мастер. Я, конечно, просто фотку другую не нашел. Вот такую поставили, извините. На самом деле я вот такой. Итак, котельный мастер. Мы разбираем автоматизацию работы котлов, установку GSM-модулей, зон комнатных термостатов, собираем погодозависимую автоматику и также полностью разбираем, собираем Аридею, Бакси, Протерм, Вайланд, Навьен. То есть вы 16-17 апреля можете получить полную практику по монтажу, запуску, обслуживанию. 17 апреля диагностика, ремонт и в конце установка GSM модулей. Вот. Мероприятие будет проходить в городе Екатеринбург в частном доме площадью 500 метров квадрат с баней и бассейном. Да, то есть за 11 900, у нас, кстати, мест мало что осталось, да, по-моему, да, из 18 осталось из 25. 18. Ну, еще немало, но уже как бы кончаются. То есть, мы запустились что там 5 дней назад, уже выкупили почти много ну, ну, нормально выкупили. Вот. И соответственно, вы можете также в эту программу нашу записаться. Записаться. Тут, кстати, можете посмотреть фотографии с новых старых мероприятий. Как это все выглядит. То есть, вот, сейчас, сейчас, сейчас найду. Ну тут мы с ребятами фотографировались, конечно же. Ну вот, значит, получаете в конце сертификат. Там мы дарим подарки, разыгрываем призы. Если кто внимательно будет слушать, тот, собственно говоря, на викторине очень быстро и качественно будет отвечать. У нас есть Навиен, там за спиной у Сергея Бакси. Дальше, значит, у нас есть Вайланд, Аридея, и вот здесь вот висит Протерм. То есть, в принципе, можете полистать фотографии. Вот Протерм, еда, закуски кофе брейки все входит в стоимость и даже 17 спальных мест да кстати кто хочет с проживанием тут конечно у нас 17 спальных мест но ну, отдельных имеется ввиду спальных мест вы конечно же можете просто зайти на сайт посмотреть, ознакомиться с программой мероприятия, после обучения получить сертификат, посмотреть фотографии с предыдущих мероприятий, посмотреть видео отзывы, то есть как ребята обучились, что они о нашей практике говорят. Мы, если что, никого под дулом пистолета не заставляли, просто спросили, кому не сложно, напишите, запишите, и все с удовольствием записывали с нами видео. Мы позаботимся о всех мелочах. Да, практика называется прямо вот по принципу все включено то есть у нас есть и проживание 17 мест, да, кто первый приобретет, естественно, с проживанием, питание и обучение. Ну, где такое мероприятие? Я на таких не был. Нет, есть бесплатное мероприятия от э, производителей. Не вопрос, мы на таких были, было здорово, но ни хрена непонятно. И вот кто совсем с нуля, да и вообще даже вот, ну, кто, извиняюсь, Александр из Самары меня перебил. В общем, э, имеется в виду, что... Там э, они говорят, какой у нас шикарный котел. И, по сути, так сказать, технических каких-то моментов никто не говорит. Вот. Мы позаботимся о всех мелочах. То есть, вы попадаете в отдельный чат Telegram, где все люди сидят. И у вас любой вопрос задает. Ну, вот человек задает, да, Леон задает вопрос. Парковка возле дома будет? Да, конечно. Все с охраной. Платная услуга нет. Неплатная. Все входит в стоимость. Так. Э, у вас будет личный менеджер, который просто во все, на все ваши вопросы будет отвечать. То есть поддержка, забота, то есть мы с группой еще э, до тура все познакомимся, пообщаемся, то есть новый чат уже создан. Вот, кстати, нашел э, полные наши стенды, как выглядят, да, сколько котлов, как они, они все подключаются к водопроводу. Мы подключаем это все. Вы научитесь газовый клапан настраивать. Мы все подключим, включим, и вы прям руками это сможете делать. Вот э, в чем и наше отличие от остальной там любой обучающие программы, которые есть, да, мы предоставляем не только онлайн обучение, у нас и онлайн можно обучиться, там на сайте тоже все подробности, естественно, есть. Вот, то есть здесь есть обучающие материалы, тут можете ознакомиться, там и по котлам, и по сантехнике, и по новьену, ну, в общем, много, да, всяких полезных материалов. Но смысл один, такой обучающей программы нет. То есть все спрашивают, что мне лучше, вот когда только сталкиваются да, с этим моментом, приехать к вам на практику, либо курс сейчас пройти. Я всегда говорю, время у вас еще есть, можете приобрести курс, а потом приехать на практику. Как раз таки впитать некоторые знания, прошу прощения, и потом уже на практике своими руками прийти, поковырять, разобрать, задать мне все вопросы. Я там вообще без остановки разговариваю, у меня язык смазоливается напрочь, голосовые связки перестают работать. Потому что я просто всем на все вопросы отвечаю. То есть можете прям подготовить вопросы, я буду по порядку постепенно всем отвечать. То есть конкретно встаем, делаем обслуживание котла. Первый день, вот, например, да, обслуживание котлов, все по очереди котлы разбирают, собирают, настраивают газовый клапан. В этот раз мы еще будем делать переналадку а, с... В этот раз мы будем делать еще переналадку с обычного природного газа на пропан. То есть мы будем все это делать прямо руками, все запускать. Ну, где такое есть? Ну, такого нигде нет. Потому что обычно собирают группу людей, рассказывают а, про моушен акцию какой у нас классный котел, и по факту все. Кстати, что я хотел рассказать-то, е-мое. Вот, я в своем телеграм-канале опубликовывал даже, да. У нас вот а, на первом мероприятии я сейчас покажу. Сейчас даже покажу. На первом мероприятии у нас был Игорь из Саратова, который после практики. Он еще до этого занимался, но потом еще практику прошел, раз и говорит, я вот пошел э, сгонять в поля. И все, 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 все у него заняло там что-то. Ну, ну, полдня он провозился. Э, получается, 9 по нашему, по Саратовскому, сколько это было? Не знаю. Ну, короче, к вечеру он заработал 25 тысяч рублей чистыми. 25 400, да. И, э, собственно говоря, почему бы и нет, почему бы и да. Почему бы просто, блин, не брать и не зарабатывать эти деньги на этой замечательной услуге. Ну что ж, с вами был Дмитрий Пужиенов. Всех ждем на практику. Отличного дня, хорошего настроения, счастья, здоровья, удачи, любви.